Нетрезвый пешеход попал под колеса УАЗа на улице Баруди. Как рассказал водитель, сбивший человека, пострадавший сам напоролся на машину, когда автомобиль уже заехал на пешеходный переход. О причинах и последствиях расскажет Альбина Минибаева. А он отсюда выбежал. И зеркало ударился в боковой мой и упал. Водитель УАЗа за рулем уже 17 лет, но с таким происшествием, говорит, столкнулся впервые. Рассказал, что двигался на заявку на служебном автомобиле, доехав до зебры на улице Баруди, остановился, чтобы пропустить пешехода. Я остановился, пешехода пропустил. И начал движение. Как только вот до сюда доехал, вот до сюда, он отсюда выбежал. А он прям под колеса самым бросился, да? Пешеход ударился по правую сторону автомобиля, едва не сломав при этом боковое зеркало заднего вида. По рассказам все того же водителя, пострадавший мужчина находился в сильном алкогольном опьянении и, судя по всему, был глухонемой. Он хотел уйти, и мы задержали, потом скорый вызвал. Скорый говорит, давай, говорит, голову, говорит, посмотрим. Ну, увезли его, да? Да, вон он, даже водка валяется. В результате ДТП у 31-летнего мужчины диагностировали ушибленные раны левой височной области. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.